Всем привет! Друзья, иногда вы в комментариях просите, чтобы я что-нибудь рассказал о себе. Сюжет об этом я планирую снять, когда на канале будет 100 тысяч подписчиков. Но есть некоторые события в жизни, о которых я хочу рассказать раньше. Так вот, в декабре прошлого 2017 года умер мой отец. Рано или поздно родители умирают. Такова жизнь. И чтобы оставить о нем память для его внуков, правнуков и так далее, я написал книгу, первую в своей жизни. Это мои воспоминания о нашей с отцом жизни, истории, наши приключения, в общем, много всего, что сформировало меня как личность. Книга называется «Мой батя. Воспоминания об отце». Она есть в печатном виде, она есть в цифровом виде. Если среди вас есть желающие прочитать ее, то всегда пожалуйста. Стоимость книги символическая – 1 доллар. Для тех, кто захочет узнать обо мне чуть больше, 1 доллар преградой не станет. А для тех, кому все равно, им и книга не нужна. Вначале я думал разместить книгу бесплатно, но от этой идеи я быстро отказался, потому что люди, как правило, не ценят того, что им достается бесплатно. Вспомните, сколько вы сами скачали книг, и при этом на компьютере они лежат мертвым грузом. Вы их даже не открывали. А вот если человек заплатит за что-то, то как минимум он хоть несколько страниц да прочитает. Ссылка на магазин, где можно приобрести книгу в электронном виде в формате PDF, будет в описании. Ну а если кто-то захочет иметь бумажное издание, пишите в личку. Ссылка на мой аккаунт на ВКонтакте тоже есть в описании.